Пятом царстве, в 100-километровом от Москвы государстве, была тайна. И прознал царь про ту тайну и решил, за, кто разгадает ее, за того и отдам дочь свою, забаву тятишну и пол царства в придачу. Ну и что? Это и есть те женихи, что ли? Ну, ты, полкан, понимаю, у тебя хоть деньги есть. Ваня, ну а ты куда метишь? Люблю, царь-батюшка. Ладно, царское слово закон. Сказал, забаву путятишну отдам в жены. Вот отгадайте мою тайну, тому и за.